Библейский портал экзегет.ру представляет. Псалом 69. Это, как и другие наши лекции, записываются порталом экзегет, а посмотреть их вы можете на портале Сретенского монастыря или на сайте экзегет.ру. 69-й псалом является молитвой преследуемого зложелателями человека. Он здесь, как и в предыдущем псалме, себя называет бедным и нищим. В заголовках обоих псалмов указано имя Давид. Но в то же время, в отличие от 68-го псалма, который близок по содержанию книги пророка Иеремии, текст 69-го почти целиком дублирует аутентичный Давидов 39-й псалом. Стихи 14-18 39-го псалма фактически составляют текст псалма 69-го. В силу их буквальной близости, слово в слово, за исключением некоторых небольших деталей, эти псалмы мы можем назвать дублетными. Наиболее существенная разница между двумя псалмами, пожалуй, в наименованиях Бога. Вседержитель по 39-му псалму чаще всего именуется Господом. Редактор 69-го псалма заменяет имя Господь Адонай на более общее обозначение Элохим – Бог. Выборочная замена имени, притом не везде по тексту, а выборочно, Господь на Бог, то есть Адонай на Элохим, указывает на более позднее и намеренное разделение этих понятий. Слова «Господь» и «Бог», видимо, в древности имели разные богословские акценты, особенно для последнего редактора данного текста. В надписании 69-го псалма добавляется еще один заголовок «В воспоминании», которого нет в более древнем дублетном 39-м псалме. Надписание начальнику хора в заголовках обоих текстов определяет их для литургического употребления за общественным богослужением. Вслед за 60-м следует псалом без собственного заголовка. И поэтому можно предположить, что изначально 69-й и 70-й псалмы существовали как единая песня. Ну, точно так же, как сейчас 9-й и 10-й псалмы по еврейской Библии. Вот это «хорошо-хорошо», указанное в 4 стихе, мы по-славянски за богослужением слышим как «благо», «благожди, благожди», говорящий мне. Кстати, «бедный и нищий» по 6 стиху не означает, что это человек, у которого мало денег. Слово «нищий» вводит нас в некоторое заблуждение, потому что этот термин, он не всегда говорит о нужде. Он может и чаще говорит, конечно, о недостатке. Мы можем сказать, что это нуждающийся, но это не всегда бомж, не всегда человек, у которого ноль в кармане, дырка там зияет и так далее. Напротив, в отношении к Давиду он сам себя часто называет нищим. Ну, как может быть царь нищим? Он может быть скромным. Царь может быть нищим духом. Он может быть нетребовательным по отношению к тому качеству жизни, к тому образу жизни, который хочет проводить. Итак, тут нам очень важно всегда держать в уме, что нищий и бедный – это не всегда человек, находящийся на очень низком социальном материальном обеспечении.
нищим может быть вчерашний богач, который получал в месяц миллион, а потом вдруг обеднел и стал получать 150 тысяч. В этом случае для него 150 тысяч – это нищета. Он не привык жить на такой низкий уровень дохода. Но если у кого была зарплата 35 и стала 150, то вряд ли такой бывший бедный, ставший высокооплачиваемым работником, может сказать, что он стал нищим. Поэтому уровень дохода не всегда определяет степень нищеты того или иного человека.